А можешь какой-нибудь релакс FM включить? Здравствуйте. Привет. Да, присоединились, вижу. Так, здорово, Диман, привет. Марина, Анастасия, Смук, Кристина, Настя Зверева. Я больше, наверное, собака, чем котик. О, Брусницына. Здравствуй, дорогая. Привет. Рад видеть периодически в своем инстаграме тебя. Надеюсь, все хорошо. Так, как бы так, чтобы свет. Добрый день, здравствуйте. Алина Сергеенко, здравствуйте. Грановская, здравствуйте. Королева моя Мария. Вики, привет, Виктория. Балиева, 443, 433, да. Ты крутой, спасибо. Брусницына, привет, мой дорогой. Там дальше проскочила. Соскучилась. Да, хорошие у нас были времена. Готовились к различным концертам. Это было, конечно, тоже круто. Между прочим, да, офис замечательного Болтенко. Это первый концерт в Крокусе, который был с кубами. Вот это мы делали тогда с вами, да. Хорошее время было, да. Так. Это придется теперь мотать, что ли, самому. Нет, пойдет, я думаю. Привет за недавний концерт на Первом канале. Спасибо, я доставлю удовольствие. Спасибо взаимно. Да, опять с конфетой жую. Что-то горло сохнет. Я тут подумал, что нужно про прошлый год рассказать, который концерты смотрели. Прошлый год. Но это совершенно нечто другое, нежели в этом году. В том смысле, что... А, выглядишь великолепно. Спасибо. Подстригся. Это... В прошлом году я, к сведению к вашему, был в удручайшем состоянии, потому что я к тому времени жутко устал. Теперь постфактум могу это рассказать. Я весил вообще 70 какие-то там 2 килограмма, 71 вообще, по-моему. Сейчас, к сведению, по сравнению с тем ноябрем, я вешу 84. Это чтобы понимать. Мне было очень непросто тогда вытащить весь этот концерт, хотя мое лицо совершенно этого не выражало. Я думаю, можно сетовать на профессионализм. Хорошая штука, профессионализм. На него можно положиться периодически. Ну, в том периоде времени. Вот. Тогда я чуть-чуть болел. Сейчас вообще чувствую себя отлично. Просто невероятно. Я просто к тому, сколько вообще в принципе остается ужаса, кошмара, усталости, просто ненависти иногда какой-то к ситуациям, которые складываются, какой-то несправедливости, каким-то еще вещам, еще своим каким-то необдуманным поступкам. Вот. И насколько нужно все-таки вот выходить и перевоплощаться в человека, который абсолютно счастлив. И то последнее, финальное. Пожалуйста, любите меня. Это был последний выдох просто. Абсолютно последний выдох. Я думал, что я не доползу до гримерки. Вот. Но еще раз повторяю. Сейчас совершенно другое вообще состояние. Абсолютно кого-то счастье. Еще и солнце сегодня. Поэтому все круто. Что еще? Да, тут немножко за... Так, чуть-чуть за это самое. Вот. О, пошло.
качество плохое. Не знаю, Wi-Fi работает. Каждый концерт, конечно, да. Считаешь, эти люди больше. Да, у меня застрял просто лента. Ты жадный? Я, да, я жадный. Я жадный до музыки и до поесть вкусно. Вот никто бы не сказал, могу. Могу замочить за еду. Видите, у каждого свои. Так. Что-то, короче, надо было сделать. Может, еще побриться сегодня перед выходом. Так. Благодарю, да. Ну, какие вы большие слова произносите. Метр. Да. Кайфуем, товарищи, пока кайфуется. Ну, то, что вы путали, это... Ну, поздравляю, что теперь не путаете. Сегодня будет. Держи, не волнуйтесь. Даже, мне кажется, не один раз. Я все планирую абсолютно. На следующий год тур сейчас уже собирается. Где Лола? Где? Я не вижу. Даже ты песню «Прости меня». Вчера как раз переписывались с Серегой. Он тоже где-то в гастролях. Тоже там обсуждали кое-какой момент. И Колосовский Леня прислал уже версию финальную с... В конце там что происходит. Но не буду рассказывать, просто ждите. Да есть у него сестра, две. Так. Готовим 4 года. Да, я видел. Держи, да, любят. Да, правда. Звёздный концерт в Барселону. Да, мы сейчас общаемся как раз по туру, на самом деле. Не знаю, выгорит, не выгорит, но вроде собираемся. Там, по-моему, больше 10 городов, именно по столицам Европы. Там и Барселона, и Париж, и вообще, ну, много чего. Ну, не буду пока об этом говорить. Посмотрим. Но вроде уже на таком, на стадии, такой серьезной стадии переговоров. Так. Идеалов не существует. Их нет, просто нет. Поэтому вынужден вас огорчить, что идеалов нет, к сожалению моему. То, что хотел. Да. Тенерифе. Ну, нет, там нет. Да, уже не было билетов, уже почти неделю их нету, правда. В Нижнем Новгороде. Ну, концерты, это все замечательно. Будут они, будут. Следите за расписанием на сайте bilandima.ru. Да, сайты еще живут, они отвечают за некоторую официальную информацию. Там она официальнее. Можно так. Ты сидишь и ты смотришь в зеркало. Так, ассалам алейкум. Малейкум ассалам. Планируете? Да, планирую, восстану. Земфиру споешь? Хочешь? Нет. Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно. Может, в этом самом месте я решусь и брошу якорь. И в беседе с океаном, под дождем или под планом, мне откроются секреты. Я пойму и стану легче, и прозрачными руками обниму себя за плечи, либо тебя, там уже как пойдет. Расскажи мне про Австралию. Тан-тан-да-дан-дан. Мало кто знает, что это гитара. Знают, конечно, знатоки, что она из программы «Вокруг света». Тан-тан-та-дан, тан-тан-та-дан-тан. Была на советском телевидении. Так... Австралия. О, Привалов. Привалил. Сегодня превалирует Привалов. Очень недурно. Опа, какие люди. Да, и я тоже выхожу в прямой эфир, отец Кирилл. Спасибо, что отпускаете мне. Вот, ладно, не юродствуем. Так.
когда снова, потому что ведь у нас кино, как только так, знаете, да, сразу, так, ну, будем чего-то ждать, интересного какого-то предложения. Так, суп, реально, я вот не привык себя нахваливать, почитал твой комментарий, типа, бодяга там какая-то. На самом деле, нифига не бодяга. Не-а. Очень даже круто получается периодически. Ну, если вы случайно вместо соли сахар туда не кидаете, то такое тоже было. Так, погода в Москве солнечная. Вот такая вот. Видите, облаков почти нет. Не слишком ли слова много слов будет? А? Будет, не будет, не знаю. Да. Боже, перейти из Ставрополя. Так, откуда родом? Карачай-Черкесия. В горах я родился. В горах. В горах. Выгляжу как человек, который уснул все-таки в 2 часа и проснулся в 9. Нормально так получилось. Так, что там еще? Так, когда новая серия твоего влога? Все есть, все на самом деле смонтировано, просто я не могу это выложить, если это речь про голос. Не могу это выложить там, потому что программы эти еще не вышли, они все-таки записные, вы должны это понимать. А раньше того, когда это выйдет в эфир, я не могу повесить. И такого очень много. Вот. Такого набралось достаточно много. Так. Куда едешь? Ты еду я на концерт на свой. Куда? Куда еще ехать могу? А все остальные места я просто иду. Например, гуляю. Давно этого не делал, кстати. Так, сколько вам лет? Мне 35. Я про это уже сказал. Про Нальчик могу еще рассказать. Тут недавно мне рассказывали знакомые, что в восторге от того, как съездили в Кабардино-Балкарию, считают, что это одни из лучших мест вообще. Не то чтобы даже в России, а вот даже про Европу там за икон случился. А я абсолютно согласен. Там очень красиво. Мне даже иногда напоминало там то Италию, то Грецию, то еще что-то. Правда, там очень интересно. Снеговик еще не сдох. Жив. Общаемся. Меня парит мнение окружающих. Ну, могу сказать, года 3 назад парило сильно. Последние 2 года. То есть 2 года назад уже отпускало. Год назад совсем буквально оно мне стало понятным, потому что если смотреть на дофилософски, то мнение толпы мне не интересно. Потому что мнение толпы это не мнение личное, частное, локальное. Это мнение. Ну, это философская такая, знаете, вообще абсолютно тема, о которой можно много говорить. Если ты суть понял вообще ситуации, если ты себя понимаешь и слышишь себя, тебе, в принципе, там уже ничего не страшно и не волнует. По большому счету, смотря какое у тебя состояние, в каком-то отрезке жизни находишься. Если в начале одно, если в середине другое, если ближе к финалу и еще по-другому. И смотря какие события в тот или иной период с тобой тоже происходят, это тоже отдельные вещи. Но мнение толпы нет, не парит. Мнение какого-то человека, который что-то сделал, что-то в своей жизни понял, там доказал. И не только доказал, не обязательно популярность какая-то должна быть, не обязательно богатство. Я не знаю, зачастую иногда сила заключается в том, чтобы человек, добившись всего, просто взял и от этого отказался. Мы не берем ни шоу-бизнес, мы не берем какие-то, а вообще какие-то вещи. Потому что счастье, оно совершенно в другом. На самом деле.
Так. Нормально. Вот разговариваю. Нет. Ну куда я сейчас еще? Был бы за рулем. Я бы вообще бы съехал бы с катушек. Так. Не знаю, о чем вы. Написано, держи. Я очень много смотрел. Держи, очень много делай. Я как не скомпоную, обязательно повешу. Наверное, на 15 миллионов просмотров. Или, может, на 20, когда в YouTube наберете 20. Я соберу лучшую десятку и повешу. Вот. За что вам спасибо. Угу, салем. Ты какой за рулем? Ну, вот мои ручки-то, вот они. Так, как у нас здесь Буровой? Я вот единственное упустил я. Мы с первой мыслью сегодняшнего утра. Вот, вот честно, я недавно Блаватскую послушал. Ну, именно ее там читали, заветы какие-то. Такая женщина-философ, которая объездила там Индию, в Америке, по-моему, учение. Нет, в Индии учение свое открыла. Что надо проснуться, вот, не разлеживаться долго, вот, проснуться, открыть глаза, подумать о том, что я проснулся для того, чтобы сделать человечество лучше. Представляете, и себя, прежде всего, надо сказать, себя. Вот, и такая мысль, короче, что совершенно не значит, что я этому следую. Но с утра-то можно об этом подумать. Потому что все остальное время – это борьба. 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 Так, сыграйте, тур опять 36 будет? Нет. Тур будет, сразу вот говорю, я застолбил. Тур будет 36,6 потом. Такая нормальная температура. Я сказал, это моя мысль. Блин, зря я это сказал. Ну ладно. Ау! А можно прибавить? А еще? А еще? А вообще? Альбом! Будет. А, нафиг. Да, нафиг. Да, нормально. Да, погода вообще, говорю, обалденная. Скоро подъезжает, мне нужно уже отключаться. Спасибо всем. Все будет хорошо. Пока, увидимся.